Центр кабельного телевидения представляет. Открой для себя удивительный мир цифровых технологий. Смотри любимые телеканалы. Все о жизни нашего города. Оперативные новости, интересные люди и важные события на телеканале ВПТВ. Будь всегда онлайн с интернетом ВПТВ. Любимые сайты, социальные сети, игры и видео. Центр кабельного телевидения. Покупая продукцию местных производителей, вы поддерживаете экономику своего региона. Торговая марка «Мечта» – это одна из... Стартовый номер один, город Уфа, Никита Богданов! Стартовый номер два, город Каменск-Уральский, Константин Коленкин! Стартовый номер три, город Тольятти, Владимир Фадеев! Стартовый номер 4, Каменск-Уральский, Герман Ханмурзин. Номер 5, Тольятти, Никита Толокнов. Номер 6, Шадринск, Матвей Волков. Гонщик под номером 7, Уфа, Евгений Шаров. Стартовый номер 8, Шадринск, Дмитрий Солянников. Номер 9, город Вятские Поляны, Никита Тарасов. Стартовый номер 10, Каменск-Уральский, Иван Хужин. Под номером 11 из Шадринска сегодня должен быть Артем Бурмистров. Стартовый номер 12. О, Ярославль, Эдуард Крыса. Номер 13, Каменск-Уральский, Игорь Сайдулин. Номер 14, Уфа, Иван Чичков. Номер 15, легендарнейший гонщик из города Тольятти, Даниил Иванов. Номер 16, Тольятти, Евгений Сайдулин. Стартовый номер 17, у нас с вами представитель города Тольятти, Савелий Витянов. И под номером 18 у нас пригонщик из города Уфа, Елисей Выдрин. Друзья, город Вятские Поляны, вы готовы? Даниил Иванов, Тольятти. Ох, горячо! Ох, напряженно! Внимание! Так, поехали! Какой рывок! Стартовый рывок за собой оставляет Иванов! На вторую позицию хотел вырваться Герман Ханмурзин, но открыто только четвертый! Выход из очередного поворота! Иванов лидирует, Сайдулин второй! Ханмурзин идет по этой позиции! Закрывает ручку газа Крыса, чтобы не носить промоление. Данила Нов по-прежнему на первой позиции. Иванов лидирует по ходу второй. Третья позиция. Тоже все меняется. Евгений Сайдулин снова третий. Половина заезда у нас и позади. Первая позиция Данила Нов. Вторая позиция Герман Крыса. Третья. Евгений Сайдулин не отстает. Финишный поворот. Встречаем Поляны. Эдуард Крысов, 1-0, Евгений Сайдулин. Зоны, красный, синий, белый. Потом бензобак автомобиля загружает переднюю часть. Его остановили мотоцикла. Загружает переднюю часть. Внимание. Ровный, идеальный старт на первой позиции. Коленкин, посмотрите, колесо, колесо. Коленкин идут Богдановым. Коленкин становится вторым. Богдановым. Третья сонка Иван Чичков, это 14-й сон. Второй, третьей позиции Иван Чичков становится вторым. Уфа везут второе место. Первое место Никита Богданов, второе место Иван Чичков.
строчку выше. Четвертая позиция — Игорь Сайдулин. Остается завершающий круг. Прошел золотой класс. Первая позиция — Никита Богданов. Вторая позиция — Никита Богданов. Финишный поворот поляны! Никита Богданов, 2 очка Иван Чичков, 1 балл зарабатывает Константин Таюшкин, без результата Игорь Сайдулин. Синий, белый, красный, желтый. Сейчас не осталось, а поляны это умеют, а поляны не стесняются. Внимание на стартовую прямую. Старт поляны! Никита Тарасов стартовый блок оставляет за собой на первую позицию. Второй строчке у нас находится красный ошлемник Никита Полотнов, призыки города Тольятти. Внимание, друзья, лидирует Никита Жаров, Никита Полотнов второй. Ошлемник Артем Бурмистра. Не может Бурмистра подобраться к первой строчке. Жаров первый, Полотнов второй, Никита Полотнов ищет пути Толокнов приближается! Толокнов нагоняет! Неужели у нас будет первого лидера? Евгений Шаров лидирует, Никита Толокнов второй! Женя позиции! Внимание! Евгений Шаров 3, Никита Толокнов 2. 1 балл Никита Тарасов, 0 Артем Бурмистра. Синий, красный, желтый, белый. Понравился заезд! Молодцы, друзья! Все правильно, молодцы! Время заезда 53. Смотрим на лед, дорогие друзья. Внимание! Старт, старт, поехали! Больше у нас это вперед на первой позиции. Номер 9. Тарасов лидирует, вторая позиция. Белый наш ленник номер 4. Герман Хамурзин. Герман Хамурзин пытается на третью Тарасова. Но он не уловим на третьей позиции. Чичкова обойти Хармурзина. Хармурзина удерживает Чичкова. Тарасов отъезжает все дальше и дальше. Я не узнаю город Ячки и Поляны. Продолжает все дальше и дальше уезжать. Иван Чичков становится вторым. На третью точку у нас он уже уезжает. Первый Хармурзин. Четвертый у нас Владимир Фадеев. На первой позиции с огромным отрывом встречаем. Красный, желтый. А и сейчас послушайте, как они кричат. Старт, поехали! Проиграл старт Евгений Шаров, Константин Таленко первый! Смотрите, уезжает на три мотоцикла вперед от основных участников. За вторую другую позицию идет борьба. Вторую точку уезжает Евгений Шаров. Третью на такой. Волков из города Шадринск. Это молодые гонщики, которые только что набирают свои темпы. Первая позиция — Константин Таленко. Вторая позиция — Евгений Шаров. Шаров по внутри траектории. Поляны! Спортсмены смотрят на трибуны, но никого не слышат. Поляны! Спортсмены, заезд на первой позиции Никита Богданов. Но Дмитрий Соляников был быстрее. С четвертой дороги Соляников приезжает на первую позицию. Дмитрий Соляников уже за вторым. Никита Богданов лидирует. Борьба за третью четвертую точку. Фадеев четвертый. Локоть к локтю спортсмены проходят дистанцию. Никита Богданов уже лидирует. Дмитрий Соляников. Опасный момент. Смотрите на мотоцикл Владимира Фадеева. Вот это да! Я таких давным-давно не видел происшествий с мотоциклом. Видно зрителям на стартовой прямой.
Спортсмен пытается подняться сам. Спортсмен стоит на коленке. Друзья, Владимир Фадеев, город Тольятти! Никита Толостов, город Тольятти. Нету снарядов уже. И надо быстрее. Еще раз ваши аплодисменты, Никита Толокно! Если болит нога, эти дверные многим скрипят и многим поют. В очередной раз мы с вами понимаем, что это храбрый спорт. Спорт смелый, спорт отважный, спорт достойнейший. И после каждого подобного падения они... Внимание! В очередной раз три спортсмена демонстрируют рост. Раньше закрыл ручку газа, тем самым наложил мотоцикл быстрее к внутренней линии и проехал на второй точке. На позиции лидера Никита Богданов. Вторая позиция 20. Богданов уезжает все дальше и дальше. Эдуард Крыса второй. Соляников третий. Соляников. Эдуард Крыса смог удержаться, друзья, в земле. Вторая позиция Дмитрий Соляников. Третий Эдуард Крысов. Я не слышу трибуны города Москвы-Саратова. Приближается к Соляникову. Атака Крысова на Соляникова. Финиши ворота. Богданов 3. Соляников 2. Эдуард Крысов 1. Заработанный балл. Нуля в этом поезде нет никому. Красный, желтый, белый. Погромче, паленый! Вы любите мотогонки на льду? Стартовый рывок с собой оставляется. Следующий ранг хуже. Третья позиция, белый нашлепник Игорь Сайдулин. Первая тройка подходится на позицию. Ивановка, Иван Кужин. Старт номер 11, город Шадрин. Отстает Артем, он вчера у нас с вами не выступал, но вчера за косы. Первая позиция Леонид Иванов, вторая позиция Иван Кужин, третья позиция Леонид Иванов. Подошел на заднее колесо, он Федулин на выходе в поворотах. Какая мощь заряжена в двигателя. Данила, но поглядывается назад. Финишный Иван Кузов. И мы встречаем на финише. Данил Иванов. Приятно. Иван Кузов 2. Игорь Сайдулин 1. 0 без результата. Собирается Артем Бурминстрав. Давайте поприветствуем участников этого заезда. Время заезда 53.73. На это время посмотри. Вот. Внимание. За старт. О, ракета! О, пушка! Евгений Сайдулин со старта. Уехал, посмотрите, как далеко. Евгений Сайдулин на первой позиции. Никита Богданов, вторая позиция. Друзья, все меняется. Богданов, Артем Бурмистров, город Шадрин. Бурмистров будет атаковать. Вот это да! Первая позиция Богданов. Вторая позиция Бурмистров. Сайдулин уже третий. Сайдулин теряет три строчки, становится четвертым. Снова Сайдулин второй. Выходит из поворота. Богданов лидирует. Вторая позиция у нас его третий. Мы готовы встречать финиш. Никита Богданов 3. Владимир Фадеев 2. Артем Бурмистров 1. Без результата. Никита Сайдулин. Желтый, белый, синий, красный.
стартовую прямую. У нас загорается красный сигнал светофора. Красный сигнал светофора, друзья. Остановка заезда. Немножечко поторопились у нас сами спортсмены на старте. Дернулись некоторые снова выше. Друзья, внимание на стартовую прямую. Отлично! Вот теперь красиво, четвертая задумала ровно. Первая позиция красная. Сайгулину ракетой приближается Герман Хармурзи. Третья позиция, желтый нашлепник Матвей Волков. Какие скорости в заезде. Борьба за первую, вторую позицию. Сайгулин лидирует, Хармурзи вправо. На четвертой позиции на замедел и нашлепник Завид Левитянов. Ребята, невероятная скорость, поляны! Не слышу, поляны! Выход из поворота, Хармурзи лидирует, Волков второй, третья позиция, перебежает. Остается только один поворот, поляны погромче! Герман Хармурзи 3, Матвей Волков 2, один поворот, Ильянов 5 результатов, поскольку это первым Игорь Сайгулин. Все езды и поддерживают гонщика! Ровно уезжает со старта и приближается к нему. Силанову приближается Чичков, синий нашлемник. Вот поворот, было довольно опасно. Поворот пробегает, это не так, не так. Первый победит по Солянинга. Иван Чичков второй. Данилонов скрывает, чуть-чуть не упал, подошли гонщик. На третьей позиции Данилонов. Первая позиция у нас. Уфа! Иван Чичков! Что происходит? Да, вторая жестко Солянников! В среднем второй Старшаров! Остается только один тур до завершения заезда! Первая позиция Иван Чичков! Вторая позиция Дмитрий Солянников! Иванов становится третьим! Остается только один поворот Поляны! Иван Чичков 3, Дмитрий Иванов 2! Один балл зарабатывает Дмитрий Солянников. Загрузили переднюю часть мотоцикла. Приготовились. Посмотрели на светофор. Ничего, друзья, еще рано делать выводы. Первая позиция Иван Кужин, Камин Сурайский. Это у нас не пройдет на глаза. Мастер спорта Зорного класса Иван Кужин. Никита Тарасов только четвертый. А где поляны? Где громко? Перед Иван Кужин, Иван Кужин, приезжает в середину. Один поворот, сможет Эдуард Крызов атаковать Ивана Кужина. Внимание на финиш. И Иван Кужин 3, Эдуард Крызов 2. Один балл у нас Константин Коленкин. Без результатов не будет финишить, друзья. Вот он, легендарный Эдуардио Крызов. Человек, который знает, как растопить сердца болельщиков. Поляны! Понятно, здесь вы или нет? Где вы, зрители? Старт! Поехали! Ульни выстреливаются 4 спортсмена на пути до старта. Кристоф, и он это делает! Желтый нашлепник, гонщик уронил, оставили 2 Кристоф в середине! Вторая позиция, стартовый на середине шаров. Третья позиция, борьба!
Один становится третьим. Игорь Федорович четвертый. Евгений Шаров накатывает Эдуарда Крысова. Показывает первую точку. Эдуард Крысов выкручивает максимум из набора Эдуарда Крысова. Вторым. На первую позицию Шаров. Где Поляны? Евгений Шаров первый, Эдуард Крысов второй. Борьба за третью точку. Сайдулин становится третьим. Финишный поворот. Записываем, встречаем. Евгений Шаров три, Эдуард Крысов два. Игорь Сайдулин один, ноль. Владимир Фадеев. Первый, желтый, синий. Внимание на стартовую прямую. Заезд, который решает многое. Первая позиция, борьба Никита Тарасова против Никиты Богданова. Третья, четвертая позиция, у нас уже так же. Никита Богданов первый, Никита Тарасов второй. Никита подождал от первой двух. Никита Тарасов пытается погнать Никиту Богданова, пока ничего не получается. Тарасов ныряет во внутрь, Богданов жив. Выход из поворота, первая позиция Никита Богданова, вторая позиция Никита Тарасов, забил Иванов по внутренней траектории, на повороте, друзья, выход из поворота, что вы видим? Никита Богданов 3, Иванов 2, Никита Тарасов 1, символ зарабатывает у нас вторых. Упал у нас Матвей Волков, я досмотрелся, даже не увидел, он снаружи у нас улетел, ребята. Поднялся спортсмен Матвей Волков, ваши аплодисменты! Город Шадринск, у меня здесь все, что может внутри биться, все бьется. Да не только у меня, вон смотрю, женщина стоит, у нее даже шапка зашевелилась. Что там по шапке? Никола! Внимание на стартовую прямую, друзья! Па-п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 а
старте у нас и замешкался номер 11 Артем Бурмистров. На первой позиции Заряника, вторая позиция белый на шлеме Константин Заряника, город Канец Уральский. Они на Европе, Денисина Заряника с первым. Дмитрий Заряников продолжает лидировать, чуть-чуть отрывается вперед. Снова атака Каренкина, выход из Саранова. Приезжает Каренкин, чтобы допустить поколение Каренкина раньше, не открывается из Саранова. Пролетает по Соляникова. Третья позиция Бурмистров. Только четвертый у нас в первом моменте. А поездка Клунта Зимича подбрасывает сзади колесо. Где же наши болельщики? Один Соляников, два. Один Соляников, два. Один Соляников, три. Один Соляников, два. Первый один. Артем Бурмистров, ноль. Ух, выдохнули. Как так? Задают вопрос многие. А вот так, ребята. Взял и вышел. Внимание! Так, поехали. Стартовый рывок в очередной раз. Демонстрирует мастер-класс. Вторая строчка у нас унесел на шлемник Иван Хужин. Евгений Сатурин представляет Тольятти. Иван Хужин представляет город Санкт-Петербургский. Хужин второй. На третьей строчке у нас Евгений Сатурин. Это герой, это мужество. Иван Чичков занимает первую строчку. Иван Чичков отвечает, что там не дальше. Он сразу на шлеме номер 14. Вторая позиция. На третьей строчке у нас номер 8 Евгений Сайдулин. Четвертый Никита Толокнов. Один круг разбился. Я вообще не слышу восточную трибуну. Иван Кужин. Евгений Сайдулин, финишный поворот, и мы записываем. Иван Чичков, 3, Иван Хужин, 2, 1 балл на финише зарабатывает Никита Толокно. 0, Евгений Сайдулин, красный, белый, желтый, синий, браво! Будет классно, если будем молчать, замерзнем. Пушка!
Богданов по внутренней траектории набирает, конечно же, невероятную скорость. Никита Богданов лидирует, вторая позиция Иван Кужин, где позиция Дмитрий Шаров, четвертый. Идет атака Дмитрия Шарова на Ивана Кужина, похоже, что-то нас ожидает, друзья. Богданов лидирует, Кужин второй, Шаров заезжает широко наружу. Снова будет атака от Кужина на Шарова. Поляны! Богданов победил. Вторая зона Шаров. Не позиция у нас на Ниган. Там все выбито. Финишный поворот включали. Никита Богданов 3. Евгений Шаров 2. Иван Кужин 1. Встречаем победителя этапа, друзья. Никита! Это город Вятские Поляны. Это финал Кубка России. Мотоносы на льду. 21 год. Да, поехали! Ай-яй-яй, забуксовал Эдуард Крысов. Эдуард Крысов. О, простите, по первой позиции вратарь Иван Чичко. На второй строчке у нас находится Матвей Волков. Третья позиция, старт номер 11. Вторая позиция у нас с вами, дорогие друзья. Присоединяйтесь, жалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Допущено падение. Мы видим, что внутри трека у нас лежит спортсмен с телом на шлемнике. Матвей Волков. Сейчас к Матвею бегут судьи. Если нужна будет помощь работников скорой помощи, нам дадут знать. Судья находится рядом. Пожалуйста, ребята, главное, аккуратно спортсмену, не поднимаем. Работники скорой помощи, пока мы видим, что нам не вызывают. Подходят спортивные комиссары, подходят судьи. Матвей Волков у нас не допустил падения. Находятся рядом представители команды. Забирают мотоцикл. Видим, что поднимается Матвей Волков. Давай, вставай, кричат болельщики. Поднимают Матвея Волкова. Выстрела в спину не ожидает никто. На батарее нету снаряда уже. Да, друзья, Матвей Волков! На вираже! Исторические моменты на ваши глаза. Положено. Судья посмотрел на старте на всех. Главный съел это разрешение на старт. Поехали! Эдуард Крысов в этот раз не забуксовал. Первая позиция. Желтый нашлемник у нас с вами Артем Бурмистров. Город Шадрин, номер 11. И у нас еще где-то три круга. Эдуард Крысов везет первую позицию. Иван Крысов второй. Я вообще не слышу поддержки трибунки! Поехали в трибун! Эдуард Крысов первый, Иван Чичко второй. Эдуард Крысов прикрывает. Остается полтора круга на завершение. Поехали! Это поехали на шанс задачи. Иван Чичко на полтора круга. Ну что, финишный поворот. Где же поддержка зрителей? Эдуард Крысов. И третьим к финишу у нас они приходят в город Шадрин. Артем Бурмистров. Смотрим напрямую. Эдуард Крысов. Самый красивый, самый главный. Но неужели вы устали? Поехали. На первую позицию урывается Дмитрий Соляника. Вторая позиция борьба. Заразом приближается, выход из поворота, Соляников впереди, Заразов второй. Будет погонять Кирилл Заразов. Видим, что Дмитрий Соляников прошел по воротам. Друзья, третья позиция его занули, только лишь четвертый у нас пришел на штуку. Кирилл Заразов максимально приближается к Соляникову. На трибунах пикарная! Позиция, друзья,
Тарасов уезжает серединой и записывает. Дмитрий Соляников 3, Никита Тарасов 2, Игорь Сайдулин 1, Евгений Сайдулин не добирается. Готовы! Владимир Фаги. Вот очередной поворот. Остается чуть-чуть больше одного круга на завершение заезда. Данилов лидирует за таким коротким второй. Тольятти, 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 Тольятти. Первое прямое падение. Встречаем. Данилов 3. На таким коротким 2. Владимир Фаги. 1. И Никита Тарасов 0. Красный, белый, желтый, синий. Поприветствуем участников 40-го заезда! Возле зрителей проезжает перезаезд за второе и третье место 6-го этапа. Внимание! Старт! Поехали! Данилов вырывается вперед! Следом за ним Иван Тишков! Колесо! Колесо! Не на 1 сантиметр. Иван Чичков уезжает наружу. Данилов по внутренней траектории. Середина проходит Чичков. Чичков меняет траекторию, уходит влево. Снова слева у нас Данилов. Друзья, я не слышу трибуны города Вятские Поляны. Данилов по внутренней траектории. Иван Чичков шире разматывает. Больше скорости у Чичкова. Сможет ли Иван Иван Чичков, дорогие друзья, либо разработал тактику, либо начинает отпускать. Один завершающий круг. Данилов против Ивана Чичкова. Сейчас как у чемпиона мира. И мы встречаем победителя перезаезда. Данил Иванов, Тольятти Николада. Иван Чичков. Город Уфа. Аплодисменты парням. Браво, ребята! Спасибо вам за бои. Спасибо вам за гонки. Приветствую зрителей. Данил Иванов. Иван Чичков. Данил Иванов. Тольятти Иван Чичков. Чичков становится третьим, выходит за своей заслуженной наградой, снимает шапку, получает медаль и самое главное грамоту. Внутри этой грамоты вшиты конверты, вот это радостно и приятно. А, нельзя об этом говорить, забудьте. На второй ступени оказался представитель города Тольятти Мегалара Даил Иванов. Дорогие друзья, как вы думаете, что окрыляет Даила? Правильно. И чё мы рекламу протолкнули во время награждения, а? Победителем 6-го этапа уже вошло в привычку. Становится представитель города Уфа Никита Богданов. Два дня, два этапа, две победы. И все решится, уважаемые болельщики. В городе Югорск сейчас поровну у наших лидеров, у Никиты Богданова и Данила Иванова по очкам набранным. Аплодисменты победителю и призерам и нашим официальным лицам. Браво, друзья! Браво! По итогам третьего финала на третьей ступени пьедестала представитель города Уфа Иван Чичков! Финал номер 3! Ивану Чичкову, посмотрите, настоящий подарок! Анна Александровна съездила сегодня на молот оружия, выписала несколько вот таких вот... Это что? Это как называется? СКС. Это значит, как будто СТС. Да, хорошо. Друзья, вторая строчка в финале номер 3 достается представителю Тольятти Даниил Иванов!
Ларина становится вторым. Снова подарок, снова оружие. Нашим защитникам оно нужно как никогда. Теперь Даниил будет не только окрылен, но и вооружен. А окрылен, вооружен, значит опасен. Но наши парни безопасны, не просто экстремалы. Победителем третьего финала становится спортсмен из города Уфа Никита Богданов! Никита Богданов не дал шансов никому из своих соперников приблизиться к себе близко. Никита Богданов доказал, что он сюда приезжал только за золотом. Друзья, на счет 3-4 три раза кричи «Молодцы!» 3-4!